Всем привет! You are listening to the podcast Russian Verbs. Once a week, here you can hear new or two Russian verbs with all the forms and variations of the usage of these forms in the sentences. And the verbs for today are замечать, заметить. What they mean? In English it is to note, to mark, or to notice. Continue listening. There will be the forms and usages. The imperfective verb замечать. Как я могла ничего не замечать раньше? This verb will have forms in the present, past, and future tenses. The perfective verb заметить. Вы просто могли нас не заметить. This verb will have forms only in the past and future tenses. First, present tense. Я замечаю, ты замечаешь, он замечает, она замечает, мы замечаем, вы замечаете, они замечают. Я уже давно не замечаю своего бывшего. Ты даже ничего у себя под носом не замечаешь. Почему меня никто не замечает? Сестра сделала вид, что не замечает брата. Мы редко замечаем свои ошибки. Ничего не замечаете? Молодые люди не замечают друг друга, только свои гаджеты. Past tense, first the verb замечать. Он замечал, она замечала, они замечали. Уверена, он что-то замечал и раньше, просто не верил. Анна Петровна замечала все, всех и всегда. Власти вроде и не замечали трагедии. Again, past tense, only the verb заметить. Он заметил, она заметила, они заметили. Он и не заметил, как его обманули. Я только что заметила, что вы похожи, как две капли воды. Врачи заметили, как антибиотики вредны детям. Future tense, the verb замечать, complex future forms. Я буду замечать, ты будешь замечать, он будет замечать, она будет замечать, мы будем замечать, вы будете замечать. Они будут замечать. Я не буду замечать свою болезнь. Что ты там будешь замечать? Кто будет замечать и все записывать? Она будет замечать изменения в нем. От того, что не будем замечать их, они никуда не уйдут. Вы даже не будете замечать время. Они уедут, и нас уже не будут замечать. Future tense, the verb заметить, simple forms. Я замечу, ты заметишь, он заметит, она заметит, мы заметим, вы заметите, они заметят. Но все же я замечу. Ты уверен, что заметишь машину? Монстр не заметит. Я был уверен, она меня не заметит в толпе. Мы публично заметим ваши достижения. Сами не заметите, как быстро. Все будут на балконе и заметят наш салют. Traditionally,
the imperative forms. Замечать. Ты замечай, вы замечайте. Все замечай, все запоминай, но думай сам. Замечайте, что слышите вокруг вас. Again, imperative, the verb заметить. Ты заметь, вы заметьте. Заметь себе это и больше не повторяй. Заметьте, вы уже прослушали весь эпизод. That were all forms for today. Thank you for listening to the podcast Russian Verbs, for your comments, for sharing the episodes with your friends. And let's meet next Monday. Пока-пока. До скорой встречи.